Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукамп и видеообзор воротного кресла в лодку ПВХ. Вот, кресло выполнено из пластика, устанавливается либо на специальную стойку лодку, либо на банку при помощи двух планок и барашков. Также кресло у нас получило функцию регулировки наклона спинки, что очень удобно. Вот. Размеры кресла 46, глубина 42 и высота спинки получается 42 сантиметра. Понравилось кресло, можете заказывать у нас на сайте. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.